Всем привет, мои сладкие булочки! Рада приветствовать всех вас на моем канале. Спасибо, что заглянули. У меня к вам убедительная просьба добить мне 10 тысяч подписчиков. Я безумно буду рада, если еще на мой канал подпишется 250 человек. А сегодня у нас с вами новиночка. Очень интересная, которую я придумала сама. Не знаю, понравится вам или нет. Выложила в сообщество, вроде как все оценили. В общем, коллекция называется «Я глазами». Я глазами брата, я глазами подруг. И тут будут наклеечки, такой зайчик, как представляют меня, например, подруги. Как представляют меня родственники. Я глазами подписчиков. Этот стикер вы уже видели. В общем, интересная коллекция. Здесь будет зайчик, который что-то делает. В общем, очень крутая коллекция. Посмотрите на этого свинтуса. Это я своими глазами. Как я сама себя вижу со стороны. Это как видит меня мой парень со стороны. В общем, очень интересная коллекция. Уверена, что вам понравится. Мне самой лично очень нравится. И давайте начнем выбирать пакетики. Кстати, раньше я выбирала пакетики по одному комментарию, но в последнее время вы начали писать, что это нечестно, надо учитывать желания всех. Поэтому в этот раз я буду выбирать пакетики, прочитав все комментарии просто. Итак, первая коллекция — это моя любовь. Обожаю эту коллекцию, просто стаканчик. И здесь пакетики, наклейки. Я еще хочу пару коллекций таких сделать, а то жалко выбрасывать пакетики. Давайте возьмем вот этот пакетик. Коллекция «Приготовь». Давайте вот этот. Ностальгия. Меня давно просили взять вот этот пакетик. И в следующем видео мы уже заканчиваем эту коллекцию. Духи. Если честно, эта коллекция не особо мне по душе. Я ее сделала, но если честно, она какая-то бессмысленная. Возьмем вот этот пакетик. Коллекция «Флаги» однозначно будет вторая часть. Просто обязательно закончим эти три пакетика и буду делать другие страны. Давайте возьмем Грузию. Что нужно для маникюра? Последний пакетик. Очень жаль. Шапки. Давайте возьмем розовенькую. Обмен подарками. Осталось 5 пакетиков. Почему 5? Должно же было 6 быть. Блин, ненавижу терять пакетики. Моя куриная память скоро меня собьет с толку. Действительно, здесь же должно было быть 6. В общем, ладно, потом поищу. Давайте возьмем вот этот пакетик для девочек. И возьмем для мальчика вот этот. И последняя наша новиночка. Не знаю даже, что взять. Все пакетики очень красивые. Так, давайте возьмем «Я глазами родственников». Давайте сначала начнем со старого каталога. Открываем на коллекции «Флаги». Берем наш флаг. У нас это Грузия. И у нас здесь аж 3 наклеечки. Во-первых, это вот такая церковь, горы, тропиночка. Не знаю, как эта штука называется. Это такая сладость, по-моему, сучук это называется. В общем, я не стала делать грузинские хинкали, потому что это было бы слишком банально. И вот такой вот стикер флага. Грузия, где она у нас? Вот здесь, сверху Казахстана. Кто не смотрел предыдущие ролики, это Азербайджан, Украина, Казахстан. И вот здесь у нас будет Грузия. Клеим. Готово. Следующая коллекция, которая мне нравится меньше всего, это шапки. Улетел сюрприз. Вот такая нам шапочка попалась под номером 5. Она у нас будет здесь. И осталось всего нам 3 шапочки, и мы наконец-то заканчиваем эту коллекцию. Коллекция «Ностальгия». После того, как я здесь вырвала лист,
Мне, если честно, она не очень нравится. Как-то неаккуратно, неопрятно все смотрится. Ну да ладно. Ностальгия у нас вот этот пакетик. Перфорация. Как всегда. И нам попался Sega под номером 6. Не знаю, как вы, но я в детстве играла в Sega. Дальше был Sony, но Sony стоил очень дорого, поэтому мы играли в Sega. Сейчас уже PlayStation у всех. Но я не особый фанат игр. И, к сожалению, последний пакетик из коллекции, что нужно для маникюра. И нам попались вот такие типсы. Клеим их сюда. И все, я могу целиком показать вам эту коллекцию. Она уместилась в одном развороте. Здесь гель-лаки, лампа, типсы, щеточка для стряхивания пыли, пилка, масло для кутикул. Такая штука, чтобы разделять пальцы, щипчики, ножнички. В общем, это все. Очень жаль, я ее, эту коллекцию, очень любила. И последняя коллекция в этом каталоге, это «Приготовь». Самый яркий разворот. И нам попался сыр под номером 6. Он у нас будет вот здесь. Готово. Осталось нам всего 2 ингредиента. Мне кажется, уже можно догадаться. Хотя вы с первого дня уже догадываетесь. Я просто держусь. Мне так и хочется ответить в комментариях, что да, ты угадал правильно. Но я не могу это сделать, потому что интерес тогда вообще пропадет. Закрываем этот каталог и открываем новый. Начнем с моей любимой коллекции, где я потеряла пакетик. Как только закончу съемки видео, так сразу побегу искать. Вот эта невнимательность во мне меня просто раздражает. И нам попалась вот такая вот свечка под номером 6. Она будет вот здесь. Готово. И теперь для парня. И нам попалась вот такая кепка под номером 1. У меня память тоже не ахти, я реально не помню, какой из сюрпризов потерялся. Не помню, какой был, когда я их открываю, для меня тоже сюрприз, что, где, как. Единственное, я помню, что здесь было, а так не знаю. В общем, у нас осталось здесь 2 сюрприза, здесь 1 и здесь 1. И мы заканчиваем эту прекрасную коллекцию, которая мне безумно нравится. И я думаю, обязательно сделать вторую часть. Идем дальше. Дальше у нас коллекция стаканчики. Нам попался вот такой зад барашка. И вот такой вот медвежонок. И сегодня мы открываем вот этот пакетик. Так легко открывается, и нам попалось вот такое украшение. Это акула в очках. Нашла ее на Pinterest. Мне настолько понравилось, что я решила сделать такую наклеечку. И вот так это будет смотреться. Это под номером 7. Значит, будет вот здесь. Надо очень аккуратно клеить, потому что стаканчики большие, еле они умещаются здесь. И, в общем, здесь у нас 2 стаканчика и здесь 1. Просто красота. Коллекция духи. Берем пакетик.
Это новинка из прошлого видео. И нам попались вот эти духи, которые я показывала в истории Instagram под номером 5. Они будут здесь. А если вы знаете, как называются эти духи, то пишите в комментариях. Готово. И последняя новиночка. Я глазами родственника вот так вот я оформила. Не очень ярко. Всегда, когда я оформляю фон, для меня главный критерий это чтобы фон, чтобы не отвлекал. То есть самое главное внимание должно быть прежде всего на наклейках. Поэтому стараюсь вот так вот оформлять. В общем, давайте открывать. Оп. Оп. Это я глазами родственников. Вот такая вся в деньгах, в очках, крутая. Все почему-то думают, что я дофига зарабатываю, поэтому так. Это номер 8. Вот здесь. Теперь самое главное приклеить аккуратно на место. Ура! Получилось! Более-менее ровно. Кстати, я здесь не написал, надо сделать стрелочки и написать родственников, не знаю, мамы, папы, брата, подружек. Вот такая вот новинка, надеюсь, что она вам понравится, надеюсь, что она вам зайдет. Какие-то идеи я придумываю сама, какие-то беру у других блогеров бумажных. На этом все, мои хорошие. Спасибо огромное, что досмотрели это видео до конца. Буду безумно благодарна, если вы добьете мне 10 тысяч подписчиков, и у меня будет офигенная распаковка на 10к. А я побегу искать сюрприз, который я посеяла. Всех люблю, целую. С вами была Айка. Пока!